Андрія, я вітаю вас. Добрий день. Давайте поговоримо про правильне здорове харчування. Розкажіть, будь ласка, що це, з чим, пардон, його їдять, що ми можемо, чого не можемо собі дозволити? Правильное питание, правильно сбалансированное питание – это такой подход к построению своего рациона, когда, в принципе, мы можем себе позволить практически все, что угодно. Главное – понимать, в каких количествах мы это позволяем, в каких сочетаниях мы это позволяем. И главное – не забывать, что человеческий организм очень индивидуальный, уникальный. То есть нету какого-то такого продукта, который можно и нужно было бы есть каждому человеку каждый день. Ну и точно так же нету какого-то продукта, который надо было бы каждому человеку исключать в обязательном порядке. Все индивидуально, надо смотреть на какие-то особенности своего организма, на пищевые непереносимости, ну и ко всему подходить рационально, взвешенно и с умом. Розкажіть, будь ласка, скільки разів в день в ідеалі треба харчуватися і яких розмірів повинні бути ці порції? Количество раз прийома пищи – это, ну, также индивидуальный момент. Есть люди, которым просто и психологически, и физиологически необходимо придерживаться концепции дробного питания. То есть едим понемногу, но едим раз в несколько часов. Точно так же есть люди, которые гораздо лучше себя чувствуют, придерживаясь концепции интервального питания. Это стиль питания, когда, в принципе, 16 или 18 часов в сутки человек, ну, не принимает пищу и ест только вот в это пищевое окно, которое длится 6-8 часов несколько раз. Это зависит, ну, от того, есть ли у человека какие-то заболевания пищеварительной системы, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и от привычек пищевых. То есть тут тоже нельзя выдавать какую-то, ну, такую вот строгую рекомендацию, какой необходимо было бы придерживаться абсолютно всем. А як людина може визначити, який варіант харчування все-таки їй більше підходить? Це можна якось зробити самотужки? Чи це треба визначати тільки там з лікарями, з дієтологами? Якщо чоловік здоров, і він о себе знає, що він здоров, у нього немає проблем з пищеварительною системою, то я обычно со своїми клієнтами це виясняю следующим образом. Я спрашиваю, як вам комфортніше їсти? Вот як ви привикли їсти? І мені іноді відповідають: ой, всю жизнь начинала завтракать в обед, и так было хорошо, но тут услышала, что надо же дробное питание, надо завтракать обязательно вот в 7 утра. Начала завтракать в 7 утра, начала питаться дробно, начала набирать вес. Ну, тогда рекомендация, давайте возвращаться к привычному режиму. А есть люди, которые говорят, там, 2 часа не ем, 2-3 часа не ем, уже ощущают чувство голода. Ну, это сигнал к тому, что необходимо все-таки придерживаться концепции дробного питания, но если едим часто, то едим понемногу. И даже если это 2-3 приема пищи в день, то тоже рекомендация – едим понемногу, не переедаем, не до чувства тяжести и боли в животе. То есть заканчивать есть необходимо, ну, с чувством легкого голода. Дякую. До речі, з приводу того, коли краще починати снідати, чи є якийсь хоча б проміжок часу для цього більш підходящий, ну там, наприклад, не можна снідати, не варто снідати там о 2-й годині дня, треба робити це трошки раніше. І за скільки годин до сну ви далі вже треба повечеряти? Вопрос того, когда начинает завтракать, это вопрос хронотипа. Вот те самые жаворонки и совы, кто-то просыпается рано и с удовольствием, кто-то никак не может проснуться. Это касается не только того, как мы встаем с постели, это касается и того, в какое время начинает активно работать наша пищеварительная система. Если человек относится к вечернему хронотипу, когда, ну, ему некомфортно рано принимать пищу, и он не испытывает чувство голода с утра, то, наверное, можно себе позволить там позавтракать часов в 11, ну или когда начинает возникать чувство голода. А если же человек жаворонок, то зачастую он просыпается с желанием срочно что-то перекусить, ну, значит, надо идти готовить себе завтрак и не морить себя голодом. А что касается ужина, концепция там не есть после 4 или после 6 или после 7, она несостоятельная, и тут то скорее надо ориентироваться на то, во сколько человек ложится спать. Есть съедать что-то перед самым
здоровым сном не лучшая идея, потому что мы, когда мы ложимся отдыхать, отдыхать должна и наша пищеварительная система. Поэтому вот есть за 2-3 часа до того, как мы ложимся спать. Это хорошо, это классно. Бывает психологически человеку хочется, вот перед сном хочется что-то вкусненькое. Ну, в этом случае можно взять маленький кусочек шоколадки, буквально там полкубика, или маленький кусочек сыра, буквально 5-7 грамм, рассосать его просто, чтобы удовлетворить свои вкусовые рецепторы. Дякую. Розкажіть, будь ласка, ще про те, як правильне здорове харчування пов'язане із корекцією ваги. Тобто, якщо ми хочемо або схуднути, або навпаки набрати декілька кілограмів, чи пов'язане це зі здоровим харчуванням, як воно може нам допомогти? Правильное сбалансированное питание помогает человеку приходить к своему физиологическому весу. Но если человек... Ну, если его генетика, если его скелет не предусматривает какую-то большую массу тела или, наоборот, маленькую массу тела, то правильное сбалансированное питание не поможет к этому прийти. И, наверное, какие-то либо строгие диеты, либо какие-то сверхнагрузки в тренажерном зале, да, когда люди пытаются, все-таки им это не свойственно, но они пытаются к этому прийти. Это, ну, это уже нездорово, это... Этого лучше избегать. То есть лучше придерживаться того веса, который как бы запрограммирован для нас изначально. И да, правильное, здоровое, сбалансированное питание. Конечно, не 10 килограмм за 2 недели сбросить, нет. Но постепенно, там, в течение полугода, в течение года, когда человек переходит на такой стиль питания, он приходит к своему нормальному весу. Дякую. И расскажите, будь ласка, такая... Дуже хвилююче, практично кожен із нас має якісь свої улюблені, не надто корисні смаколики, чи варто собі дозволяти інколи їх куштувати, ну, наприклад, там, чіпси, колу, чи ми повинні викреслити їх з раціону прямо назавжди? На самом деле чувство голода и аппетит – это разные ощущения. Голод – это наша физиологическая потребность, и когда мы чувствуем голод, это какие-то неприятные сигналы от нашего желудка, может тянуть, побаливать, может кружиться голова, нас может подташнивать, голова может болеть. Вот это голод. А когда мы хотим что-то съесть, в особенности что-то вкусненькое, это уже аппетит, это наш некий психологический порыв. И правда в том, что удовлетворять необходим как голод, так и аппетит. Поэтому ни в коем случае нельзя отказываться от того, что для нас аппетитно. Если мы что-то любим, ну, это совсем уже вредный продукт, вроде картошки фри или чипсов, или какого-то жуткого пирожного, можно попробовать поискать альтернативу и замену для себя, ну, которая тоже будет удовлетворять аппетит. Если не получается найти, то полностью не надо отказываться, надо только понимать, что вот мы отказываемся месяц, потом у нас этот аппетит накапливается, и мы там кусок сала в одно лицо за 15 минут съели. Не самый лучший подход, то есть лучше чаще, но понемножечку, нарезая небольшими кусочками, смакуя каждый кусочек, не ругая себя за это. К себе надо вообще относиться только с любовью, только с заботой. Ну вот хорошо, хочется, понемножечку, растягивая удовольствие, себя побаловали, и так с некой периодичностью действовать. Тобто, якщо підсумувати, то правильне харчування – це не про те, що ми себе до чогось примушуємо, а до того, що ми харчуємося з любов'ю і до їжі, і до свого тіла, і до свого організму. Так? Безусловно, мені взагалі подобається дуже така фраза касательно правильного збалансованого питання – «Єжте умеренно, в основному, растительну пищу». Тобто, «Єжте умеренно, не їжте слишком много і не морите себе голодом». В основном растительную пищу. То есть упор надо делать на растительную пищу без полного отказа от животной пищи. Все должно быть в меру, все должно быть сбалансировано. Чудово, дуже дякуємо вам. Я думаю, це було дуже цікаво та інформативно. Спасибо.